Новый музыкальный эксперимент под названием «Саксофон. Рояль. Кино» от лауреатов международных конкурсов объединил классические произведения с традиционными рождественскими, а также с популярными американскими, украинскими и советскими композициями из кинофильмов. На одной сцене с опытными музыкантами – ансамбль «Лето», квартет китайских студентов, которые исполнили украинские колядки и щедривки. Концерт традиционно прошел при поддержке почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова. Из классической музыки будет звучать произведение Томазо Витали, а также Иоганна Себастьяна Баха. А из популярных таких вот американских песнопений это будет Let It Snow, Let It Go из кинофильмов американских, а также украинские народные колядки и щедривки в исполнении на саксофоне. Мы благодарим Сергея Васильевича Кивалова за помощь, за поддержку, которую он оказывает молодым музыкантам, молодым дарованием Одессы. Концерт открыл цикл рождественских арт-сезонов в Лондонской. Организаторы обещают удивлять слушателей и в дальнейшем. На Старый Новый год планируют представить Моцарта в абсолютно необычном формате. Но всех секретов пока не раскрывают. Арт-сезоны в Лондонской – это в какой-то мере продолжение того, что мы начали делать с концертами в Кирхе. Мы начали экспериментировать с такими жанрами, как классика, неоклассика, какие-то, ну, не знаю, соединения арта и перформансов. Ну, собственно, вот выйти за пределы. Завершит рождественский цикл арт-шоу Анны Степановой. 19 января выпускники Одесского вуза, китайские саксофонисты сыграют в сопровождении камерного оркестра под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Чернецкого.